Любовник, отсутствие общих детей и деньги. Почему рухнул красивый брак Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова? Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов разводятся после 9 лет брака. Об этом супруги сообщили официально. Причину краха семьи Нетребко и Эйвазов не указали. Слухи о разладе в отношениях Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова появились еще весной. Тогда знаменитая вокалистка не приехала поддержать избранника во время важного выступления. Кроме того, Эйвазов вдруг перестал появляться в соцсетях жены. Из-за дефицита официальной информации вокруг развода Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова появилось много слухов. Так, поклонники заподозрили наличие любовника у знаменитой оперной девы. Анна за последний год заметно похудела и похорошела. В сети не исключают, что на внешности Нетребко сказалась новая любовь. We'll be right back.